Ну что ж, сейчас на ваших экранах цепь Нона. Ну не поверите, эта цепь позолоченная, хотя смотрится точь-в-точь как золотая. Цепь Нона, серебро 925 пробы, покрытая золочением. Здесь используется у нас интереснейшее плетение, причем это Нона двойная, мы с вами это увидим. Пожалуйста, очень сочное плетение. Двойное плетение заключается в том, что оно насыщенное, оно смотрится, знаете, не бедно, как одинарное плетение, и не слишком перегружено, как плетение тройное. Это абсолютно универсальное плетение под любую подвеску, как самостоятельное украшение. Ведь здесь, видите, алмазная огранка у нас используется. Отсюда такой восхитительный блеск этих звеньев. Есть варианты длины, и выбор у нас широчайший, свойственный нашему каналу и рубрике украшения в частности. От 40 до 60 сантиметров. Вот такой выбор мы предлагаем вам, поэтому определитесь быстрее, что выбираете вы. Итак, давайте определяться с длиной. 40 сантиметров – это очень короткая, ну, достаточно короткая цепочка, которую я рекомендую либо деткам-подросткам, либо обладательницам очень стройных, изящных шей. Далее, что касается длины 45 сантиметров, вполне себе классическая длина, которая подходит всем, независимо от вашего стиля, от вашего возраста и от вашей комплекции. А вот дальше интереснее. Длина 50 и 55 сантиметров для любительниц открытых декольте. Ну а длина 60 сантиметров для тех, кто предпочитает либо воротники лодочки, либо стоечки. И наоборот, очень крупный кулон в центре солнечного сплетения. Вот если вы любите низко носить подвески, тогда обязательно выбирайте такую цепочку. Цепь Нона. Еще раз о плетении. Ну вот смотрите, вообще это плетение, скажите, чем-то напоминает ромбы. Если у вас есть такая цепочка, вы согласитесь со мной, что что-то здесь есть от ромба, но при этом вы заметите, что это плетение более нежное, оно более утонченное. Вы будете абсолютно правы, потому что Нона появилась уже после плетения ромба и создавалась как женская альтернатива этому плетению, потому что у нее действительно более и более округлые такие вот звенья, посмотрите. Но хочу обратить ваше внимание, что сейчас вполне себе это плетение носят и мужчины, и женщины. Абсолютно нет никакой разницы, никаких, скажем так, половых предпочтений. И взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Кто угодно может позволить себе носить такую цепочку, а благодаря нашей цене и подавно. Обратите внимание, как здорово смотрится эта цепочка в качестве самостоятельного ювелирного изделия. Это я к тому, что у Ксении нет никакого кулона, нет подвески. Но вот если вы меня спросите, с чем такую цепочку носить, сочетать ли ее с золотом или с позолотой, я вам абсолютно уверенно отвечу. Такую цепь можно и нужно носить и с золотом, и с позолотой. Поскольку сама цепочка от золотой ничем не отличается, то, соответственно, золотые изделия к ней подойдут и будут с ней смотреться идеально. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, застежка, карабин. То есть это абсолютно качественные ювелирные изделия, надежные, никуда от вас эта цепочка не денется до тех пор, пока вы сами ее не снимете, не расстегнете этот замок. И более того, мне лично очень нравится, что по ширине цепочка и замочек идентичны. Я вам показываю сейчас пробу. Уверена, вы увидели сами и пробу имени производителя. Эти отметки находятся без труда на наших ювелирных изделиях, и с каждым приезжает паспорт. Если вы сейчас задаетесь вопросом, а какой же ширины эта цепочка, здесь 3 миллиметра, и опять-таки же ширина делает эту цепь тоже абсолютно универсальной. Эта цепочка достаточно узкая, чтобы смотреться на женской груди, на женской области декольте, и достаточно широкая, чтобы подходить и мужчинам. Я вам рекомендую, кстати, такую цепь сочетать и с крестом, и с нательной иконой. Ну и любая другая подвеска не религиозного толка, а светского характера сюда подойдет. В чем особенность плетение Нона, помимо того, что это, скажем так, более утонченные, изысканные варианты плетения ромба, в том, что это плетение абсолютно идеально повторяет каждую линию вашего тела. Посмотрите, такая цепочка не топорщится, она не переворачивается, она идеально ложится по каждой линии вашего тела. Что касается ношения ее в виде каскада, посмотрите, выглядит очень изысканно. Рекомендую заказать 2-3 цепочки 2-3 длин подряд, то есть 40, 45 и 50, допустим, или 50, 55 и 60, и носить по несколько, вот как сейчас вы видите на экране. Почему и зачем? Потому что именно многослойный сейчас в моде, и я вам очень рекомендую следовать этой тенденции. Чем больше у вас цепей,
тем, соответственно, у вас больше возможностей выглядеть современно. Посмотрите, пока что все варианты у нас представлены длинным, какие-то более популярные. Я вам очень рекомендую больше не сомневаться. Я вам очень рекомендую прямо сейчас успеть заказать эту цепь. Знаете что? Пока вы размышляете, я уже делаю свой выбор, и более того, я уже успела цепочку примерить. Да, это все делается быстро. А почему? Я вам показала застежку, показала. Здесь используется карабин. Этот замочек так хорошо известен каждой из нас, милые дамы, что вы будете надевать и снимать эту цепочку без посторонней помощи. Вам не нужен будет никто, кто вам будет ее застегивать или какое-то зеркало. Ну, нет. Это непорядок, знаете, вот так вот коситься, как-то надевать. Вы ее сами перекинули, сзади застегнули, потому что вы уверены в том, как работает замочек карабина, вы уверены, конечно, в его надежности. Что еще? Давайте я добавлю, буквально у нас остаются последние секунды презентации этой цепи. Добавлю, что эта цепь очень здорово ложится. Еще раз, вы это лично сейчас увидели, буквально на мне, как идеально цепочка ложится. Повторяет каждую линию, каждую ложбинку вашего тела. Со всей России звонят в наш колл-центр, чтобы оформить цепь Нона, а вы чего-то дожидаетесь. Не упускайте этот шанс. Я уверена теперь уже на 100%, что к завтрашнему дню ни одной цепочки не останется. Выбирайте свою длину 40, 45, 50, 55 или 60 сантиметров, звоните в колл-центр и заказывайте.